Писатель, публицист, военный историк, медиевист Клим Жуков. Сторожил Кубичка Гоблина и сооснователь творческого объединения «Штопор» Дмитрий Павлюш. Доктор философских наук, профессор кафедры экономики и права, президент фонда рабочей академии Михаил Попов. Историк-блогер Егор Ляпин. Мы привычны вопрос-ответ, да? У всех ли есть вопросы? У нас приготовлены ответы. Давайте выкрикивайте. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вопрос следующего характера. Во время Великой Отечественной войны, когда началась со стороны Германии, нацистов действовала очень сильно пропаганда. Она не действовала никак на советскую молодежь. Вообще никак. То есть дети трудились, все для фронта, все для победы. Это было в головах молодежи от начала до конца войны и осталось после. А сейчас, в наше нынешнее время, где те слова и какие слова нужно говорить современной молодежи, чтобы воспринимались правильно, чтобы все для фронта, все для победы. Спасибо. Ну, какие слова и где они? Давайте к Дмитриевичу. В начале Великой Отечественной войны у населения были изъяты все радиоприемники, все без остатка, никаких не было, ни детекторных, никаких. Ничего, слушать вражескую пропаганду было нельзя. На фронте разбрасывали листовки, за подъем листовки с земли можно было с пулей нападать. Все было очень серьезно, поэтому никто немецкой пропаганды не слышал и не видел. Это ключевое. Ну а поскольку теперь у нас капитализм и можно все, вот тут на прошедшей неделе в новостях читал, там дети на выпускной вечер пришли в шмотках садо-мазо. Мне вот интересно, я вот 17 лет не знал, как до девочки добраться вообще в целом, так сказать. И про садо-мазо никогда не думал. А если дети в 10 классе настолько искушенные, что вот, плетки там какие-то, кожа, еще чего-то, ну, они именно этим и увлекаются. Какие им слова нужны? Это запретный плод. Запретный плод сладок. Не потому, что запретен, а потому, что сладок. Если детям все это подпихивать, ничего хорошего из этого не получится. Можете только у себя в семье воспитывать детей так, как вы считаете нужным. Общество нынешнее их воспитает вот так, что они в шмотках садо-мазо будут прыгать на выпускном вечере. Михаил Васильевич, добавьте, пожалуйста. Это вражеский. Я добавил бы одно, что как было устроено общество и государство. Все думали, или даже если и не думали, то государство и партия, и все сознательные люди заботились о том, чтобы все думали об общем деле, а не о том, как от общего дела оторвать себе какой-нибудь кусок. Не о том, чтобы куда-нибудь прятать деньги, которые идут на производство самолетов, пушек. Или забрать деньги, которые идут на кормление раненых, коренных, лечение и так далее. То, что мы сейчас имеем в России, прямая противоположность. Нам настойчиво внушают, что главный принцип у нас – личный интерес. И если у вас главный принцип – личные интересы, то, как говорится, не дай бог война, эти люди, у которых принцип – личные интересы, будут разбегаться, как тараканы. И очень тяжело таких людей собирать и направлять в нужную точку. Вот поэтому можно сказать так. Сегодня у нас нету такого морально-политического единства. У нас внутри общества совершенно явный раскол на трудящихся, которые живут все хуже и хуже, и бизнесменов-капиталистов, которых ошибочно называют элитой, потому что элиты – это лучшие, а лучшие – это рабочие. Это люди, которые работают на селе, это наши конструктора, это ученые, это писатели и так далее, блогеры.
люди, которые не подмазываются какой-нибудь там линией, а защищают позиции правильные по велению сердца. Вот поскольку эта борьба идет, то вот эти люди, конечно, не дрогнут. А вот всякая публика, которая сегодня набивает себе карманы, это потенциальные наши предатели. Мы должны это знать и вовремя от них избавиться. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам огромное за то, что вы надоумили меня пойти в армию служить. Потому что такое количество жизненного опыта я вообще нигде... Осталось пойти служить в полицию. А вы мне это советовали? На да, я всем советую. А вот вопрос такой, вы вот всегда говоря о наших политиках или о кандидатах, вы говорите, что они даже взводом пьяных солдат не командовали. У меня вопрос, а вот лично вы командовали взводом пьяных солдат? Да. Как успешно? Я вот заместитель командира взвода, я непрерывно командовал. Время от времени они напивались, да, успешно. А что вызывает сомнений? Сомнений никаких нет. Ну, чтобы руководить неким коллективом, надо иметь, во-первых, некие способности, а вслед за ними желательно иметь опыт. То есть, когда происходят выборы и вылезают некие кандидаты, вот кто такой кандидат? Леха Навальный, извините, сразу помнимая. Вот у него есть некий опыт руководства чем бы то ни было? Я лично не знаю. Административного опыта нет. Жизненного опыта нет. Какое-то странное образование, вот говорят, юрист или адвокат. Я тоже юрист, я специальное милицейское ПТУ закончил юридическое по курсу. Негде в жизни применять, я больше не служу. Но и чем этот человек может руководить? Я не знаю. Но, на мой взгляд, он сначала должен попробовать себя в каком-нибудь районе, потом, наверное, в каком-нибудь городе, потом областью поруководить, а потом уже дорастать до президента. А тут вы берете карлопана, который говорит, я знаю, как все сделать, и сейчас все будет хорошо. Так. А вот так. Хорошо не будет, потому что это карлопан. Человек не имеет никаких навыков управления, вообще ничего в этом не понимает, что самое страшное. Вот на Украине сейчас выбрали клоуна Зеленского. Отлично, сейчас посмотрим, как там получится. Вы наглядно в очередной раз сможете убедиться, что это такое. Не уметь командовать, всего там пьяных солдат. Как-то так. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Дмитрий Игоревич, такой вопрос. Касаемо книги, за что сражались советские люди? Там полностью описана вся жестокость, которая проходила в Великую Отечественную войну. Будет какое-то еще продолжение, может быть, какие-то соавторы еще будут. И больше интересен еще вопрос. Я как врач, то есть там не описана какая-то медицинская деятельность. Что происходило на фронте, вся жестокость, которая... Как людей лечили, то есть, что делали немецкие солдаты, то есть, которые работали? Ну, какая-то тематика, да? Я же не автор. Книжки пишу не я. Я понимаю, что предусловие, я понимаю. Я могу только пошире распространить книжки, которые правильное содержание в себе несут. Но они как-то сами образовываются. Я никого не ищу. Они сами получаются. Про врачей никто не приходил, никто ничего не говорил. Не видел, не встречал. Поэтому не ищу. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, большое спасибо за то, что посвятитесь деятельности. Спасибо большое, что пригласили Николая Васильевича Попкова в свою программу. У меня такой вопрос по поводу недавно прошлого обсуждения широчайшего фильма «Дудя» «Двума родина нашего страха». Его на выход с Усином Максилием, с Кириллом Александровичем разобрали этот фильм. Собрали в таком несколько свойственной манере с шутками, с сарказмом, юридическим. Как вы считаете, правильно это было освещение этой темы в таком ключе? Если фильм идиотский, а он откровенно идиотский, то говорить про него можно только так. Ибо это идиотия натуральная. Это клоун, которому дали денег и в рамках, так сказать, своих способностей он это дело освещает.
Я не знаю, над этим, по-моему, можно только смеяться. Просто ваш ролик не С моей точки зрения. Я не Дудь, за Дудя ничего говорить не могу. С моей точки зрения, революция, гражданская война и последующие политические процессы – это всегда трагедия, национальная трагедия. Чего бы там кто ни говорил, когда убивают людей, если это абстрактные люди, то всем плевать, естественно, это, если это, собственно, отец, мать, дед, бабка, то это личная трагедия. Это вот в стране произошла трагедия. Как и в любой другой, где была революция и была гражданская война. Ну вот с моей точки зрения, это предмет научного исследования. Надо внимательно разглядывать, писать, считать и всякое такое. То есть это участок для работы ученых. Данный же гражданин занимается пропагандой, исключительно пропагандой. Он лжет. Ложь там от начала до конца, никак вообще ничем не подкрепленная. Давайте позовем другого клоуна, он нам будет там рассказывать, делиться какими-то откровениями. Любое произведение, где вам давят на эмоции, рассказывая про слезинки ребенка, безвинно убитых и прочего. Как только услышите про слезинки безвинных, знаете, сейчас вас будут обманывать. Я могу понять, зачем обманывали в начале перестройки, зачем так бессовестно лгали. Тогда надо было поделить общественную собственность между частными лицами. Ее уже поделили, деньги поделены. Никаким пропагандистам они не достанутся. Чего они надрываются, я понять не могу, честно говоря. Или это какой-то предсмертный вой издыхающей твари, или это свежая кровь какая-то влилась и вот поперла опять. Это ложь. Над ложью, на мой взгляд, можно только смеяться. Просто ваша задача переубедить людей. Я добавлю, наверное, все помнят, что прошло уже 9 крупных волны, когда под лозунгом разоблачения преступлений, которые якобы были, у нас забирали то, что мы имеем, и образование, и науку, и культуру. Потом оказалось, что у нас забрали заводы, фабрики. И вот это третья волна. Первая волна была, это так называемое разоблачение личности Сталина, в отношении которого уж самый, что ни на есть, люди, отрицательно к нему относящиеся, говорят, что 70% правильно, Сталин делал правильно, говорит, 70% опрошенных, Левада центр сообщил. Это раз. Вторая волна была при Горбачеве, когда нужно было с пути вообще социализм свернуть. А это третья волна, у них все уже рассыпается, люди же отворачиваются и от такого государства, и от такого строя, от такой линии, и от такой пропаганда, она уже надоела, ее не слушает уже молодежь. Поэтому это еще раз, действительно, я согласен с Дмитрием Юрьевичем, такая вот отчаянная попытка еще раз применить тот же самый подлый прием. Я думаю, что он уже не пройдет, тем более, что против него наши товарищи уже выступили, и выступили очень резко. Вы, Дмитрий Юрьевич, так сказать, с Жуковым выступили, и Семин очень хорошо тоже выступил по этому поводу, поэтому этот номер не пройдет в этом случае. Опоздали. Я бы вдогонку еще сказал, вот я 20 лет в интернете толдычу одно и то же, вот одно 20 лет, куча текстов, куча роликов, книжки, вдруг вас встревожил ровно один ролик, а до этого 20 лет вы ничего не смотрели, не читали, в плане там разоблачить, объяснить, там миллион раз все разоблачено, объяснено, ну вот как-то так получается. Время идет, задавайте вопросы. Смелее. Добрый день. Михаил Васильевич, вопрос к вам. Сейчас достаточно часто приходится слышать тезис о том, что то, что Советский Союз развалился, само по себе означает, что он был плохим, некачественным. Вот что можно ответить вот на такие... Советский Союз для личного обогащения всяких проходимцев был некачественным. Поэтому они его разваливали, разрушали. Советский Союз не развалился. Это надо, я думаю, всем зарубить на носу и везде. Потому что Советский Союз был такой силой, с которой боролись и извне, и изнутри. И, конечно, больше всего изнутри. Верхушка, изменившая вообще дело рабочего класса, трудящегося, она боролась отчаянно и обманывала всех. Мы, вот, скажем, делали специальные даже ролики по поводу огромных обманов, когда вот никто не голосовал за Конституцию, а считается, что она принята.
Никто не голосовал за эту самую приватизацию, а ее провели. Значит, подсунули эти бумажки, как шулеры, эти ваучеры, и все отняли. Ходили люди теневые, спекулянты, и скупали эти бумажки, а потом у них оказывается бесплатно завод. Или там, другие формы использовал тоже Ельцин, аукционов, дескать, стоит 100 миллионов рублей. А тот говорит, не дам, потому что ты не отдашь. Не отдам, я завод отдам, который стоит миллиард. А, давай. И вот так по дешевке раздавали. Причем такие, как Чубайс, прямо говорили, нам не важно, кому это попадет. Пусть какие угодно там отъявленные негодяи, лишь бы только убрать и разрушить общественную собственность. Ну вот они и разрушали. Как, значит, развалился Советский Союз. Это вот прием в идеологической борьбе, развалился. А у вас вот вопрос вывалился здесь на конференции. А у меня выкатился ответ. То есть так можно изображать. Это все приемчики, и надо уже эти приемчики различать. Алло, Дмитрий Юрьевич, я являюсь постоянным зрителем вашего канала на Ютубе, вот, и хотел бы, чтобы вы что-то сказали по такому конкретному историческому факту. Вот Сталин за пару дней до войны издал директиву номер один, которая, согласно которой все войска должны быть приведены в полную боевую готовность. Однако вот командующий кругов почему-то это не сделал. Что, как вы считаете, что за этим стоит? Это расслабленность или какой-то заговор, может быть, у нас был? Я ж не историк, я не знаю, честно вам скажу. С моей точки зрения, как в известном художественном фильме, следует помнить о предсказуемости тупизны постоянно. То есть это безалаберность, расслабленность и всякое такое. Я умнее, чем верховный главнокомандующий. Я знаю, как лучше делать. Подумаешь, все мне сказали. А я вот, вот так. Здравствуйте, большое вам спасибо за все, что вы делаете. И, Дмитрий, вам отдельно спасибо. Вы такой всегда веселый, эмоциональный элемент его рода. Как Буратино создан на радость людям. Да, вы всегда радуете, когда появляетесь. Спасибо. Вопрос вот у меня какой. Вот как вы думаете, почему, вот откуда вот в моих вот... поколений моих отцов и моих дедов вот взялась вот эта вот нелюбовь к Советскому Союзу. Обычно это вот из интеллигентских кругов происходит. Вот говорят, там нас обманывали, страна жила в страхе, весь народ там чего-то боялся. Я не могу им, вот, обсуждая эту тему, я тогда не жил, я не могу это им опровергнуть вот это все. Но откуда это вот берется и почему это вот ощущение, что вот такое вот было. Мне кажется, что все-таки народ жил чем-то другим, и о другом думал в то время, и в 30-е годы, и во время войны. Спасибо. Не верьте этим бредням. Опа. Не верьте тем, кто не знает, как говорить по микрофону. Вот у меня в этом смысле совершенно классическая семья. Отец у меня имел 3 класса образования. Папа его имел 10 классов, а ему сказал, вот хватит, 3 класса, и будешь коров пасти. Мать в блокаде здесь была почти до конца, потом, не закончив педагогический, уехала в деревню, создавала комсомольскую организацию и так далее. Брат двоюродный у меня работал в колхозе, потом в совхозе. Что касается, скажем, других родственников, дед по матери, фамилия его Дрожжин, лежит в земле сырой, в Малуксе, под Старой Руссой. Я никогда не слышал ничего подобного тому, о чем вот вы рассказываете от них. Никогда. Все они были людьми, которые были преданы и Советскому Союзу, и Родине. И все они были трудолюбивыми, ну и, соответственно, воспитывали так детей. Иначе просто так случайно это не появляется. Поэтому, скажем, у меня не было никакой внутренней борьбы в плане того, что я пришел с таким взглядом, перевернув, так сказать, все, что у меня было в голове. Нет, никакой внутренней борьбы нет. Это столь же естественно, как было естественно, что, вот, скажем, мой дед Михаил назвал своего сына
крепким коммунистическим интернационалом молодежи. Поэтому я думаю, что, видимо, надо просто перестать эти, сказать, доверять этим людям, этим обманщикам, потому что уже столько раз их разоблачили, и, а народ наш, вот народ наш готов войну выстоять, пожертвовать собой, и он доверчив ко всяким жуликам. Ну такой доверчив, вспомните МММ. Отнимали у людей, и сейчас отнимают, кредит, давайте мы вам, вас вылечим, давайте берите кредит на лечение. И продолжают ходить, или звонят, или недавно несколько миллионов только с помощью СМС сняли и так далее. А уж с карт миллиарды, по 1,5 миллиарда с карт. Да еще людям, да, назовите только мне там три цифры, номера все и так далее, а дальше я уже найду, что сделать. И так далее. То есть я думаю, что это самая настоящая ложь. А что касается того, что не ложь, а вот же товарищ Жуков, он вам правду историческую несет вместе с товарищем Яковлевым. Поэтому это вот вопрос к нему. Вот он как раз вовремя подошел, у нас хоть и не армия, но подкрепление прибыло. А в чем вопрос? Да, спросите что-нибудь, а то я опоздал и не слышал, о чем вы спрашивали. Только Михаил Васильевич слышал. Здравствуйте. Здрасте. У меня вопрос скорее не только к вам, но еще к Михаилу Васильевичу. Какие вы видите тенденции развития левого движения в России? Тенденция у нас одна. Я об этом говорю, наверное, последние года 2.5 громко. Может, Михаил Васильевич меня поправит или уточнит. У нас тенденция одна главная сейчас должна быть. В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс написали манифест коммунистической партии. Чуть-чуть позже был написан «Капитал», который обрисовал реальность своего времени. Потом это знамя подхватил товарищ Ленин, который написал сначала «Развитие капитализма в России», а потом «Капитализм как высшая фаза империализма». И тоже, уточнив Маркса и Энгельса, описал реальность своего времени. Таким образом, и те, и Ленин создали теорию, от которой можно было отталкиваться и на основе которой можно было работать. И вот сейчас у нас задача всего левого движения – это новое издание «Капитала», если так можно выразиться. Пока не будет этой теории, которая не противоречива и полностью, во-первых, описывает реальность того, что есть вокруг, на новом, так сказать, витке развития. И что в этой связи делать, вот конкретно, логически не противоречиво, обоснованно, вот у нас никакого левого движения вообще не будет. То, что сейчас есть, оно без теории, ну, это просто люди, которые недовольны, вот и все. Я должен сказать, что с теорией у нас неплохо. Все основные вопросы, экономические, политические, исторические, выяснены на самом деле. И нужно их сейчас собирать, и нужно, соответственно, готовить молодежь, и нужно, соответственно, обучать. Сообщаю, что, скажем, Фонд Рабочей Академии давно уже организовал Красный университет Фонда Рабочей Академии, и там любой человек из России, или из Канады, или из Бангладеш, откуда угодно, из любой республики может записаться, вот запись будет в конце лета, и обучиться, этой самой теории. И книги изданы в необходимом количестве. А вот, скажем, издательство «Питер» помогает нам в том, чтобы эта теория пошла к людям. Потому что можно иметь теоретические разработки, хорошие книги, но если не вот такой канал, который организовал Дмитрий Юрьевич, как бы сидели люди в уголке и эту истину, значит, двум-трем человекам преподавали. А сейчас, благодаря вот этой огромной проделанной организаторской работе, потому что очень важно, чтобы был определенный авторитет, и чтобы эта наука могла пойти шире. Вот я думаю, что вы здесь видите, собственно, представителей той части общества, которая не смотрит так на то, что происходит, а активно влияет на него, опираясь на самые точные, новейшие научные достижения. И какие вы можете открыть тупичок Гоблина и убедиться, что это именно так. А я еще приглашаю вас
Учиться в Красном университете Фонда рабочей академии. Без ограничений. Еще вопрос, пожалуйста. Если вопросов больше нет, тогда давайте перейдем к автографу сессии. Можете Скажите, вы... Бизнес неожиданно оказалось, но мне очень интересно знать мнение образованных, разбирающих в истории людей. Вот насколько вы поддерживаете личность Сталина? Личность и методы Сталина, насколько вы поддерживаете? Личность Сталина я поддерживаю, насколько могу. Методы Сталина пока не могу. Конечно, я бы пересажал вот тех, которые сегодня воруют миллиарды. И я думаю, что репрессии были бы грандиозными. Они бы затмили сталинские репрессии бесконечно. Потому что воруют просто на каждом углу. Все знают, что воруют. И все знают, что пропадают у нас деньги огромные и уплывают за границу. А за границу они уплывают не к заграничным гражданам, а к нашим, которые там создали офшорные всякие компании. Поэтому, когда человек сидит, будучи государственным экономическим чиновником, и у него, есть, во-первых, акции того предприятия, которое на 51% государственное, а дальше частное, его. Это раз. Во-вторых, он получает под видом зарплаты прибавочную стоимость по 30 миллионов в месяц, когда другие тут по 40 тысяч, если получат, хорошо. Я думаю, что вот это все кандидаты вот на те должности, которые занимают люди в лагерях, так сказать, в тюрьмах и так далее. Как показывает практика, вот раньше мы думали, ну что такие суровые методы? Ну что так вот уж сильно наказывали? Оказывается, это недостаточно суровый. Мало еще товарищ Сталин, так сказать, действовал. Очень много осталось, и главное воспроизводится, если это не давить, не душить. Но я уж буду говорить не о личном мнении, а о знании. Вот знание показывает, что каждое государство, начиная с рабовладельчества, репрессировало своих противников, подавляло. Феодальное. Не знаете, как подавляло крестьян, крестьянские войны? Как их били, уничтожали, не считая. Буржуазное. Как оно подавляло феодалов? Отрезало головы с помощью гильотины. Значит, пролетарское государство, и оно бы не выстояло, если бы оно не, так сказать, подавляло своих противников. Единственное государство, которое с подачи Хрущева и, так сказать, пристанов ему, которое заявило, что мы не будем подавлять своих противников, тогда противник подавили Советский Союз, а не так, что он развалился. Вот что произошло. Каждое государство и каждая революция должна уметь защищаться. Если она не будет давить своих противников, как показывает наш с вами личный опыт, эти противники будут нас душить, давить, отнимать, забирать. И либо трудящиеся победят, либо победят враги трудящихся. Как Ленин писал, он вот не Сталин, вот спрашивают что-то про Сталина, а про Ленина почему не говорят? Вот Ленин говорит, богатые жулики, тунеядцы и хулиганы, враги народа, враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. Всякое нервничание, всякое сентиментальничание было бы величайшим преступлением перед социализмом. Здравствуйте. Я прошу прощения, немного опоздал, я еду с другого мероприятия. Очень рад присутствовать сегодня здесь, тем более в такой представительной компании и теплой. Обычно мы встречаемся кулуарно у Дмитрия Юрьевича в студии, а сегодня есть возможность всем вместе побывать перед вами. Ну, я уверен, что вы уже знаете, какие книги представлены. Здесь есть практически вся линейка, которая выходит в серии Дмитрия Юрьевича. Плохих книг там нет. Рекомендую все, не только мои. Считаю, что Дмитрий Юрьевич открыл вообще новую эру в истории исторического просвещения, потому что... Да, в истории исторического и культурного, извините, просвещения. Потому что с появлением, с наращиванием мощностей тупичка, возможности исторической науки по донесению своих открытий до широких масс населения увеличились в разы.
никаких других проектов аналогичных, никаких конкурентов лично я в интернет-пространстве не вижу и не знаю. Так что вот Дмитрию Ильичу за это большое спасибо. А я хотел у вас тоже спросить, вот вы спросили, поддерживает ли Михаил Васильевич личность и методы Сталина. А я вам хотел встречный вопрос задать, а вы поддерживаете Рамзеса II, Октавиана Августа и Наполеона I? Тяжелый вопрос. Да. Дело в том, что все перечисленные деятели, и Сталин тоже, это люди, жившие в свою эпоху, соответствовавшие ей. Сейчас, как бы мы ни относились к Рамзесу II, говорить, что он был плох или наоборот очень хорош, мы поддерживаем его или нет, довольно глупо. Потому что Рамзес II был продукт своей эпохи. Товарищ Джугашвили тоже был продукт своей эпохи, вы не поверите. Ничего другого, помимо того, что он делать не мог. В силу того, что он вслед за Лениным отстроил государство, построил за 10 лет 9800 только крупных предприятий, победил в войне и потом одолел разруху. В конце концов, его наследники вывели человека в космос, построили водородную бомбу и средства ее доставки. Значит, товарищ Сталин эффективно соответствовал своей эпохе. Если бы это было немножко не так, то бы, например, не дай бог, проиграли бы в войне, как в Первой мировой или в Крымской, значит, он соответствовал плохо. Это вот такие вот факты, они говорят сами за себя. Мы не можем говорить более ничего иного. От себя добавлю, с вашего позволения. Вот у нас есть такой полковник Захарченко, наверное, слышали, у которого дома нашли 9 миллиардов рублей, слышали, да? И есть у нас еще полковник ФСБ, у которого нашли 12 миллиардов рублей. Вот как вы думаете, человек, человек, наворовавший такое количество денег, вот как вы думаете, его коллеги на работе знают, что он столько наворовал? Из этого проистекает, что, скорее всего, коллеги заняты тем же самым, да? А вот как вы думаете, вот когда полковник Захарченко едет со своей женой в Нью-Йорк, например, лично мне непонятно, что полковнику советской полиции делает в Нью-Йорке, и там вместе с женой тратит 150 тысяч долларов со своей кредитной карты, это вообще известно, так сказать. Вот как вы думаете, откуда у полковника Захарченко столько денег? И кто внутри МВД смотрит за тем, какие деньги тратят сотрудники и где? То есть все видят, да, что он 150 тысяч долларов потратил, а какая у тебя зарплата, хотелось бы узнать? Ну, если 1000 долларов, то, наверное, это много и хорошо, я не знаю, какая у него зарплата. Ну, вот он, вот его жена, вот как вы считаете, а жена Ивана... Да, а вот как вы думаете, а по закону все семейство может, должно отвечать за это, нет? Вот он враг народа, он же народные денежки ворует, вот он враг народа, а жена его кто? Жена, жена врага народа. А почему ты не сообщила в полицию, что твой муж вор? У вас какие-то странные законы о том, что не обязаны члены семьи доносить друг на друга, это почему? Ну хорошо, хорошо не обязаны, да, она должна срок получить. Эта красавица, которая пользуется ворованными деньгами, должна. А детей куда их девать? В детдом для детей врагов народа. И чего? И вот и по отдел. Это если у полковника 9 миллиардов, а сколько у генерала, интересоваться? У одного или у всех? Люди прикрывали. Если это начать пропалывать, то это вообще микрофон не чувствует. Да, и если этим заниматься, да, и сколько их там... Страдает. Да. А сколько из этих пострадавших? Потом написал очень много. Как это положено? Все воровали, а я всего чуть-чуть. Я не виноват. А за это пострадала моя жена, пострадали мои дети и прочее, и прочее. Ну тут примитивный вопрос. Ты вор? Да. Ну вот страдай теперь. И что? Вот они вам, репрессии. То, что происходит сейчас, это... Вот почему-то взяли одного, а остальных не трогают. Посадили одного Ходорковского, а остальные ни в чем не виноваты. Полковник Захарченко, а все МВД чисто перед законом. Просто вот все у них замечательно. Поэтому что там про Сталина говорить? Вокруг смотреть надо, как сейчас. Как это можно решить, если совершенно верно, говорит Михаил Васильевич, если сейчас начать их сажать по закону, вы вообще полстраны не увидите. Уже не как в анекдоте будет, когда полстраны сидела, а полстраны охраняла.
потому что так и получится. Варенье кругом. Что вас так Сталин тревожит? Уважаемые гости, видите, уже отказывают микрофоны, поэтому... Теперь так. Последний вопрос. У меня вопрос к Нему Александровичу. Да, во-первых, огромное спасибо вам за серию исторических роликов на канале о гоблинах. И огромное спасибо, что у вас появился собственный канал. И вопрос о планах на будущее. Спасибо за лекции по истории религии. И что вы будете делать, когда закончите серию исторических роликов о викингах? Хотелось бы что-то очень длинное, на много-много программ. Какие у вас планы на будущее? Как раз сейчас мы приделываем систему сбора денег к роликам. Их будет много, они будут длинные. Хорошее уточнение. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У себя на канале я собираюсь, победив религию, наконец уже ухватить свою кандидатскую диссертацию и развернуть ее в 150 миллионов роликов про вооружение, военное дело Руси от 13 до 15 века. Это будет следующий этап. А с Дмитрием Юрьевичем мы планируем, закончив с викингами, вот у нас сейчас дилемма, нравственная дилемма, или наброситься на прямых наследников викингов и поговорить про крестовые походы, или, в силу того, что у нас сейчас весь мир с замиранием следил за приключениями Дыни Таргарян в «Игре престолов», поговорить про истоки этой самой «Игры престолов», а конкретно про войну Алой Белой Розы в Англии 1455-1485 годов. Вот такие у нас планы. Ну, в общих чертах. Вот. А история революции как? Хороший вопрос. Вот в силу того, что у меня свой канал появился, чтобы он появился, мне пришлось не делать ничего дома, кроме как запускать этот самый канал. Это кажется, что, в общем, ерунда, на самом деле нет. Нужно было покупать специальные компьютеры, камеры, свет, звук. Потом выяснилось, что все это не подходит, то, что мы купили. И пришлось покупать заново вот это все. И для этого, как вы понимаете, во-первых, нужны деньги, которые откуда нужно брать. Во-вторых, собственно, этим нужно заниматься. Поэтому я ничего не делал, кроме как вот это. Соответственно, на вдумчивое писание чего-либо у меня просто не было времени. Теперь, надеюсь, появится у меня моя замечательная супруга, с которой мы 27 мая будем отмечать 3 года проживания в совместном браке, кстати, где она? Вот она у нас занимается административной технической частью, она, в общем, полностью на себя эту нагрузку взяла. У меня теперь есть, есть некое время. Надеюсь, что будет в самом скором времени. Давайте поблагодарим Влад Куатова. Спасибо большое. Вы можете приобрести книги по издательству. Пожалуйста, кстати, у автора. Можно здесь приобретать книги и подписывайтесь. Пожалуйста. Да, подписи. Пока мы здесь еще. Я понимаю. Обязательно.